чья популярность перекрыла, по крайней мере, на восточном побережье Соединенных Штатов, популярность любого сколько-нибудь известного боксера. Гатти любим, можно сказать, обожаем всеми, кто хоть раз видел его бои. Тогда Гатти была большая надежда для многих, потому что он привнес на ринг дух бокса, который господствовал на рингах в 30-е и 40-е годы. И именно тогда процветал тип боксера, который мог поставить на карту все, буквально все ради победы, причем победы обязательно нокаут. Гатти – это лев, боец, который никого никогда не боялся, ни разу не уклонился от боя с любым противником, как бы серьезен он ни был. Гатти – нокаутер, Гатти, который мог вытащить бой, казалось бы, начисто проваленный и проигранный. Вот кто такой Гатти. Его потрясающий бой с Трейси Паттерсоном тогда. Его бой с Уилсоном Родригесом, когда Гатти был на полу и выиграл нокаутом. Его бой с Руэлосом, когда Гатти был на полу и уже почти не стоял на ногах, и выиграл нокаутом. Вот что привлекает людей к Гатти, привлекало. Почему я так много говорю о Гатти? Дело в том, что скоро, 24 числа, произойдет знаменательное событие. Артур и Гатти встретятся с временно отсутствующим Оскаром де ла Хойей. Вот это будет бой. Все ждут этого боя. Ну, а тогда ставка была, конечно, на Гатти. Но мало кто тогда заметил, что между этими двумя бойцами очень много общего. Их агрессивность, жесткость в бою, бескомпромиссность, то, что многие считали, что вот разница в стиле делает бой. А тут вот такое странное было совпадение в стиле. Но многие считали, что встреча этих двух боксеров – это точный кандидат на бой года в то время. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white with red and weighing 135 Бой этот состоялся в легком весе. И никто тогда не подозревал, что где-то близко маячит новая гроза, которая превзойдет этих двух бойцов. Боксер, которого тогда знали лишь немногие, который уже тогда был в возрасте, и тем не менее его появление в этой весовой категории было как ураган. Имя этого бойца — Шейн Мосли. Гатти — одно поражение из 29 боев, 29 побед, одно поражение, 24 нокаута тогда. Артура Гатти по кличке Гром. Дьявол против Гром. Good evening, gentlemen. You're all professionals. Remember that. Obey my commands at all times and protect yourself at all times. Let's have a good clean battle. All right, great.
Манфреди всегда можно отличить на ринге по татуировке, которую он щедро расписывает свое тело. И вот с вами мы попытаемся проанализировать, почему же не сложилась судьба ни одного, ни другого. В общем, ответ простой. Появились более сильные. Но мало быть сильным, важно уметь использовать слабости своего противника. Это великое искусство. Гатти. Резкий, жесткий удар справа. Манфреди терпит. Заметили? Очень похоже действует боксер. Очень похоже. Найти победу, когда каждый действует одинаково, очень трудно. Я имею в виду прежде всего их манеру. С Манфреди любопытная история произошла. Боксер, которого не хотели ставить серьезными противниками, которого не хотели включать ни в один рейтинг. Я уж не знаю, почему. Как-то не сложились отношения его менеджера с этими организациями, что ли. И как раз в это время возник Всемирный боксерский союз, о котором мы вам рассказывали. Новая мировая организация. Они раскрыли перед Манфреди двери очень широко. И Манфреди буквально за год вырос в бойца мирового класса. Вот вам, пожалуйста, частичный ответ на вопрос, почему Гатти так и не стал суперчемпионом. Don't lack yourself. You try to keep your chin and you're lacking yourself. Okay. You understand what I say? You try to keep that chin low, you wanna lack yourself. Don't move. You start good, now you start getting luck. На Гатти невозможно смотреть после каждого проведенного боя. Okay? It's nothing, that's in the top only. Он бравирует своей стойкостью, пренебрежением в защите. Для него, знаете, как по той пословице футбольной, неважно, сколько нам забьют, говорили бразильцы, мы забьем все равно на один гол больше. Вот это кредо Артура Гатти в бою. Ему не важно, сколько раз он сам пропустил, ему важно достать противника. В общем-то, достать, если он достанет. Это весьма впечатляющий результат всегда имело. Манфреди, как выясняется, несмотря на всю похожесть их манер, боксер очень расчетливый, умеющий использовать момент, умеющий раскрыть противника. И самое главное, боец с прекрасными нервами. Несмотря на свой экзотический облик, это очень холодный боец, который продумывает свои действия.
defensive prowess Manfredi has enjoyed so far. Good work by Manfredi backing off. Manfredi has realized Scotty has to open up, and he's been slipping a lot of shots. Второй раунд идет. Манфреди эдакую тактику выжидания избрал. Но это не значит, что Гатти может хозяйничать. Манфреди ловит его на противоходе. Встречает. Наказывает за промахи. И в то же время прекрасно понимает, в этом бою придется рисковать. Но риск должен быть оправдан, потому что кулак у Гатти чугунный. И его победы в предыдущих боях кого угодно могут. В общем, вот Манфреди. Не договорил я, но вы поняли. Кто угодно не может чувствовать безопасности в бою против Артура Гатти. Гатти всю жизнь чувствовал себя фаворитом, первым номером. У него никогда не было сомнений относительно своей роли в боксе. Он хозяин на ринге, и никто не может ему доказать обратно. Часто эта самоуверенность дорого ему обходилась. Не в том плане, что он проиграл много боев. К этому времени он проиграл всего лишь один. Когда я говорю, что это дорого обходится Гатти, достаточно посмотреть на его лицо в перерыве между раундами или после боя. Вот тот самый редкий случай, когда равный бой очень интересен. Манфреди всаживает, буквально всаживает жесткий крюк в челюсть Гатти. Очень сильная черта Манфреди — внезапность его действий. Кроме того, Манфреди, конечно, легче ввиду того, что психика Гатти и ее проявления очень такие простые. Иду на вы. Вот его стратегия, вот его тактика в бою, в каждом раунде, в каждом эпизоде. Его намерения видны. Вот первый сюрприз, который преподносит Манфреди всем в этом зале, всем специалистам, всем аналитикам.
Гатти на полу. Говорил я вам, что Манфреди очень здорово умел использовать момент. Но с Гатти никогда нельзя быть уверенным. Гатти побывал во всяких переделках на ринге. Не первый раз он оказывается в нокдауне. И даже тот, кто его 2 и 3 раза посадит на пол, может потом оказаться лежащим на ринге и уже не поднимется, как это было с Руэлосом. Ну, как вам нравится этот раунд? Гатти говорят, не опускай руки, не бросай руки вниз. Да. Вот этот крюк, который сокрушает Гатти. Вот сейчас публика, которая, конечно, на стороне Гатти. А, в общем, еще не было случая, чтобы публика болела против Гатти. Понимает, что в арсенале Манфреди есть такие козыри, которые могут образумить фаворита. Но для Гатти никаких потрясений вот в этих микроэпизодах, когда он пропускает удары, нет. Он привык к такому бою. Я уже говорил, что именно такой бокс господствовал в свое время на рингах Америки. 40-е, 30-е, 20-е годы. Гатти старается заставить Манфреди руки опустить. Идет жестокая обработка корпуса. Он знает, что единственный его шанс в этом бою, он уже почувствовал, что легкой победы не будет, это достать Манфреди. Достать жестким ударом в голову. До сих пор не удавалось. Тот самый случай, когда, в общем, тут нечего подсказать. Помните, мы с вами в предыдущем бою рассуждали о всяких огрехах технических у Майкла Гранта, о необъяснимых удачах, в общем-то, объяснимых, но объяснение только одно – талант, я имею в виду Заба Джуду. А вот здесь очень трудно упрекнуть и того, и другого в том, что с ними происходит на ринге. Я имею в виду и нокдаун Гатти, и пропущенные удары Манфреди. Да, можно придраться к тому, что Гатти иногда бравирует своей открытостью, но делает он не из-за того, что он плохо обучен. Он хозяин в бою на ринге, он к этому привык, и он ведет себя так, как считает нужным. Каждый раунд в
бою с участием Гатти и, как потом выяснилось, с участием в бою Манфриди, вот так спрессован, упакован, насыщен боевыми действиями. Причем действиями не просто топтанием, суетой, толчками, захватом. Идет жесткая перестрелка, сильнейшими ударами. Заметили, с каким акцентом, с какой силой всаживает каждый свой удар? И Манфриди, и Гатти. Так, честно вам скажу, довольно странное влияние географии на манеру ведения боя каждого из бойцов. Знаете, вот сколько я смотрел профессиональный бокс в Европе, я не видел ни одного итальянца. В общем, там ничего такого сногсшибательного, блестящего нет, хотя Джанфранко Росси был чемпионом мира. Ни одного итальянца, который бы исповедовал вот такую открытую, жесткую манеру ведения боя. А Гатти и Манфриди — итальянцы, которые живут в Америке. Таким, как эти ребята, был когда-то великий Рокки Марчиано. Никаких компромиссов на ринге, стремление капитальной, как американцы говорят, победе, победе нокаут. Потрясает, что ни малейшего сомнения, ни малейшего страха не проявляет ни один, ни другой. Идут ва-банк на обострение, на максимальное обострение, зная, что рискуют, и рискуют окончательным поражением. Следите за Манфриди. Обратите внимание на его взгляд. И в момент успеха, и в момент, когда он пропускает удары, он взгляда от цели не отводит. И взгляд этот абсолютно холодный. Он как снайпер. И в этом, может быть, секрет его успеха в некоторых эпизодах в бою с Гатти. Это, прежде всего, конечно, психика, характер. И снова очень напряженный, очень хороший раунд. Вот после этого боя с Гатти Манфриди станет
основным, наверное, претендентом на звездный титул. Знаете, ведь есть чемпионы, а есть звезды. Манфреди после такого боя, где он заявил о себе во всю силу, доказал, что он представляет собой серьезную угрозу для очень многих легковесов. Ну и, в общем, было много, кстати, статей, что некоторые пытались уклониться от боев с Манфреди. Знает Манфреди, когда включить скорость, когда накрутить, взвинтить темп. Есть еще одно качество Манфреди, которое ставило в тупик очень многих его противников, это умение наращивать и мощь, и скорость ударов в серии. Начинает как бы легко, каждый последующий удар все сильнее и сильнее. Этот раунд очень хорош. И весь, пожалуй, в пользу Манфреди. Опаздывает Гатти. Любопытно, что тактические ходы Манфреди в этом бою, они все время меняются. То он был вторым номером в начале боя, то он работал на опережении. Сейчас, казалось бы, зауважали друг друга, ребята. Заметили? Да. Вот это Гатти, типичный Гатти. Разбитый, посеченный и неукрощенный. Теперь вы понимаете, за что публика носит его на руках. Манфреди, серия в опережении. Вот этим он сейчас и занимается. Да, Гатти прекрасно понимает, что он в очень опасном положении. Рассечение серьезное, его может снять рефери в любой момент. Ему нужен нокаут, ему нужно точное попадание. И Манфреди это понимает. Если он не подставился за 6 предыдущих раундов, вряд ли с ним это произойдет. Момент, когда Гатти уже немножко устал. Усталость, любопытно, как бы не касается его ударов, их качества. Они всегда мощные, всегда невероятно жесткие. Но вот паузы, которые он берет, вот как сейчас, видите, пытался провести комбинацию, остановился. Манфреди боец с колоссальным нюхом, он знает, когда нужно взвинтить.
когда можно результативно, как боксеры говорят, накатить на противника, навалиться на него с серией, мощной комбинацией. А бьет Манфреди, вы сами, наверное, уже поняли, очень увесисто. Седьмой раунд. И все начинают понимать, что Манфреди отобрал, в общем, у Гатти инициативу. Несмотря на то, что тот постоянно прессингует, давит, инициатива, прежде всего инициатива в выборе действий за Манфреди. Вот момент, который доказывает, что Гатти устал. Длинный мощный крюк и попытка уйти, оторваться от противника. Манфреди лучше распределил свои силы. Ему не нужно вкладываться в каждый удар. Он бьет жестко только по цели. Гатти бьет все удары мощно. Артура Гатти сейчас находится в таком состоянии, когда боксеру не позавидуешь. Дело не в травмах, не в рассеченных бровях, не в боли, которую он начнет испытывать после боя, в раздевалке. Дело в таких импульсах неуверенности, в отчаянии даже легком. Он не может достать противника. Я уже говорил вам не раз, что Гатти выходил часто из безнадежных положений. Вырывал бой. И интрига этого боя в том, что никто все равно не может предсказать. Все видели Гатти не раз проигрывающим. И все видели, что в этой ситуации Гатти все равно умудрялся одержать верх. И все ждут этого момента. Хотя я не одобряю ни маску Анджело Манфреди, ни его татуировку, ни его позы, я не могу не восхищаться его профессиональным мастерством и хладнокровием в бою против бойца, который опасен всегда. Не избегая обострения, действуя на грани риска, крайнего риска, Манфреди настолько спокоен и расчетлив в восьмом раунде, кстати говоря, что это, конечно, поражает воображение знатока.
Посмотрите, кто более эмоционален в этих эпизодах? Гатти, конечно. Слишком размашисто, слишком протелеграфил Гатти о начале своей атаки. Но это тоже результат усталости. Да. Публика недовольна. Потому что в углу появился доктор. И вот только сейчас Манфреди проявляет эмоции. Должен вам сказать, никто не надеялся, что Манфреди одержит верх в этом бою. Но главное не то, что он победил, главное, как он это сделал. Гатти потом скажет: меня одолел доктор. Но это будет неправда. Вот так-то, друзья мои. Мне кажется, наша тактика направлена на то, чтобы смотреть бои вне зависимости от того, когда они произошли. Лишь бы они были хорошими, себя оправдывает. Не каждый новый бой так интересен, как тот, что мы с вами сейчас посмотрели. Enjoyable battle.